Больше транспорта стали выпускать на проблемные маршруты в Ростове. Ситуация улучшилась с автобусами номер 12, 17, 18 и 25, а также с маршрутами 44, 56, 63, 72 и 93. Об этом сообщает ресурс «Ростов-транспорт». Но ни одна линия не обеспечена на все 100. Городская администрация обещала, что проблемы с недовыпусками автобусов решат в течение этого месяца. 13-й межвузовский конкурс медиа, рекламных и пиар-проектов начнется в субботу в Ростове. Он называется «Пиар в Ростове» и соберет гостей в медиапарке «Южный регион» ДГТУ. Участники будут выполнять задания в разных направлениях. Презентация, защита лучших проектов, вручение дипломов и награждение победителей пройдет 13 ноября в медиапарке. А еще наметили мастер-классы специалистов, практиков, дискуссии и обсуждения проблем медиа, пиара и рекламы. 145 миллионов рублей дополнительно выделят на достройку школы в Суворовском. Такая информация появилась на портале госзакупок. Конкурс объявило Управление капитального строительства. Деньги выделят из городского бюджета. Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, провести внутреннее водоснабжение, систему отопления, вентиляции и пожарной сигнализации. Помимо этого, он обязан установить систему видеонаблюдения. Закончить стройку надо к весне. Администрация Таганрога намерена привлечь кредит в 167 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджетных средств и долгов муниципалитета. Тендер по поиску банковской структуры открыт на сайте госзакупок. Процентная ставка при этом не должна превышать 9,3% годовых. Аукцион по определению победителя пройдет 26 ноября текущего года. Напомним, в январе этого года администрация Таганрога уже объявляла конкурс на поиск подрядчика по выделению кредитной линии в том же размере. В ноябре прошлого года победителем подобного аукциона стал Сбербанк, открывший администрации города кредитную линию в размере 180 миллионов рублей. Почти на 4 рубля выросла стоимость литра бензина в Ростове с начала этого года. Сейчас средняя цена топлива составляет 46,5 рублей за литр. Такие данные приводит Ростовстат. В рейтинге по доступности бензина в регионах наша область заняла 57 место из 85. Ассоциацию для координации туристического рынка создадут в Ростове. Об этом сообщает городская администрация. Поспособствовал этому чемпионат мира по футболу. Благодаря ему в городе создали современную инфраструктуру. Отмечается, что в рамках развития туризма в Ростове увеличат количество проводимых мероприятий, за каждым из которых закрепят конкретную дату и создадут единый событийный календарь для города и области. С середины ноября в Ростовской области перестанут курсировать сразу две электрички. Об этом сообщает Северокавказская пригородная пассажирская компания. Изменения затронут поезда «Лихая» — «Ростов-Лихая». В частности, на 4 дня будет отменен рейс из Ростова в 16:36 и в обратном направлении в 4:38. Подробная информация на сайте компании. 10 ноября из-за матча между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо» ограничат движение транспортных средств на подъездах к стадиону «Ростов-Арена», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области. Матч начнется 10 ноября в 19:00. Это игра 14-го тура российской премьер-лиги. Сейчас «Ростов» находится на 4-м месте в турнирной таблице, а «Динамо» на 11-м.